Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего новостного канала Султан Тиджей Ньюс. Итак, начнем. Сборная Таджикистана завоевала второе место на Кубке мира по борьбе на поясах. Международные соревнования состоялись в Татарстане, куда съехались более 150 спортсменов из 25 стран. Таджикские спортсмены выступили удачно, выиграв 3 серебряные медали. Об этом «Спутник Таджикистан» сообщили в Федерации поясной борьбы РТ. По словам источника, спортсмены на Кубке мира соревновались в 11 весовых категориях от 60 до свыше 130 кг и в абсолютном весе. Всего в составе сборной страны по борьбе на поясах приняли участие 10 спортсменов. Трое таджикских борцов завоевали серебряные медали. Давлат Абдулхакимов в весе 60 кг, Авазбек Джумаев в весе 70 кг и Азот Махмудов в весе плюс 130 кг стали вице-чемпионами соревнований. Следующим турниром для таджикских борцов станет чемпионат мира по поясной борьбе среди молодежи, который состоится в Коканде, Узбекистан. Он пройдет 25-27 мая. В состязаниях примут участие юноши и девушки 2005-2006 годов рождения. Ожидается участие около 300 спортсменов из около 20 стран, в том числе из Таджикистана, России, Монголии, Азербайджана, Беларуси, Израиля, Грузии, Индии, Молдовы, Румынии, Казахстана, Кыргызстана и других. Борьба на поясах – вид единоборства, где цель борца – уложить соперника на спину любым разрешенным приемом. Она имеет глубокие корни. Наряду с обычаями, традициями, обрядами, она является национальной самобытностью многих народов. Это один из древнейших видов спорта. Древние рукописи, документы и различные исторические памятники искусства убедительно доказывают это. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. Жду ваших комментариев. Спасибо, что вы с нами.